И это, кстати, вот одна из причин, почему надо брать и в срочном порядке аэропорт переносить. Уже не говоря о том, что прежний аэропорт в центре города Саратова. Полоса, которая не может принимать тяжелые виды самолетов. Короткая сама по себе, недостаточно на взлет-посадку времени. Поэтому тут все говорит за то, чтобы его как можно быстрее построить. Есть приложение, Саша, дальше, да.